Сьогодні у програмі знайомство з миколаївськими кінологами-активістами. Миколаївські кінологи – активні учасники найрізноманітніших змагань. Разом зі своїми вихованцями вони успішно виступають на виставкових майданчиках різних міст України і за кордону та виборюють почесні нагороди. Активісти одного з кінологічних клубів міста завітали на нашу студію та вже готові представити вам своїх улюбленців. Це наша команда, яка завершила сезон виставок. Наша команда об'їздила ближайшие города, показала себе дуже високі результати. Здесь перед вами стоять практически всі чемпіони, всі юні переможці. Так що наша команда дуже дружна. Ми їздимо, відмічаємо все це красиво в клубі з шашликами. Я сподіваюся, що це наша не остання. Причем это представители самые-самые молодые. Здесь собачкам до 2 лет. В этом году мы побывали в Николаеве, побывали в Херсоне. В прошлом году мы ездили в Киев, в Днепропетровск, в Одессу. Наши собаки получили награды юных переможців. Закрили юного чемпиона. Закрили чемпиона, получили грант чемпиона Украины. То есть собаки вышли, получили победителей классов. Чемпиона Латвии закрыли. Чемпион Бразилии у нас есть. Значит, а здесь в основном у нас молодые ребята, которые они все, какая выставка есть, они впереди паровоза. Энтузиазм я очень хорошо поддерживаю. Почему? Потому что сейчас в трудное время, у них спортивный интерес не пропал. Поэтому я очень рада, я очень благодарна нашей команде за то, что они все такие дружные и так хорошо себя показывают. В общем, коллектив у нас то, что надо. Очень хотели какую-то такую маленькую квартирную собаку, чтобы... В принципе, не так было много ухода, и по квартире, чтобы было оставалось много места для нас. Конечно, уход тут нужен очень тщательный, вычесывать несколько раз в день, купать раз в месяц, даже в 2 недели можно. У нас моя младшенькая доченька захотела собачку, и когда мы увидели вот эти глазоньки, этот носик, этот позитив, разговора больше не было. Мы выбираем именно такую. Да, собака домашнего содержания – это позитив. То есть для молодых детей, маленьких детей и людей пенсионного возраста. Когда внуки выросли, собаку любую сложно содержать. Конечно, надо расчесывать, конечно, надо купать. Конечно, изначально надо потратиться на аксессуары определенные. А потом уже надо, как всегда, то есть купать, вычесывать, бегать, гулять. Любить. Мне это приносит такое удовольствие. Она очень активна, любит бегать, с ней всегда весело. Если что-то не так, если не грустно, она подойдет, поднесет игрушку, поднесет там... К двери подойдет, начнет проситься на улицу. И, конечно же, там она будет играть. Там она очень любит побегать за кошками, за птичками. За всеми. Тебе это нравится? Конечно. Правда, ее тяжело догнать. Очень быстро бегает. Это мисс позитива. И знаете, кто-то правильно сказал. Собаки – это правдивые зеркала человеческих душ. Там отражаются наши поступки и наши отношения к окружающему миру. Поэтому собака – это позитив. Меня зовут Юля. У меня собака породы ставрский терьер. Его зовут Линкор, и эта собака не только семьянин, он у нас член семьи, он послушный, хороший мальчик. Пусть даже говорят, что эта собака опасная, некоторые ее боятся, но эта собака не приносит никому никакого вреда, она очень милая, очень дружелюбная, общительная. Поэтому мы участвуем на выставках, тренируемся, готовимся, показываем себя с разных планов. Трудно было подготовить собаку? Собака, конечно, собака не маленькая. Трудности есть, но собака очень хорошо учится, очень хорошо воспринимает все команды. Трудности есть, но маленькие, поэтому с этими собаками хорошо, хорошо общаться, хорошо дружить. Маленькие члены семьи. Это у нас братик и сестричка. Это Корса, тоже член семьи. В подготовке к выставкам была только одна проблема, то что она очень привередливая.
И заставить ее что-то было сделать очень трудно. Сначала приучали кормом, а потом уже сама. Когда выиграла первую выставку, это была такая гордость, как у родителей за ребенка, когда он выиграл какой-то чемпионат, так у хозяина за собаку. Это дружелюбные телохранители. Почему? Очень милые, нежные. Почему вы решили завести собаку? Ну, эта собака не только любимец, это собака-охранник. Никогда такая собака в обиду не даст. С такой собакой не страшно и пройтись и по темным переулкам, и по каким-то безлюдным местам. Поэтому охранник, любимец, телохранитель, член семьи, наша гордость. Меня зовут Большаков Егор, собаку зовут Хелс Минерва. Порода? Порода Кане Корса. Она одна из самых древнейших пород римских молоссов. Порода долгое время до средних веков была потеряна. Отдельные представители сохранялись только в селах, там, где они охраняли скот. Ну, само название Кане Корса происходит от Кане собака, Корса – храбрая, мужественная собака. Они, как травильные собаки в Древнем Риме, использовались в боях гладиаторов, при охоте на медведей, на кабанов, на волков. Веди себя спокойно. Ну, порода очень уравновешенная, дружелюбная. Если не видит агрессии со стороны, то она относится ко всем, залежит до смерти. Но только проявляется агрессия, сразу же собака сама решает, когда ей защищать хозяина, сама выбирает правильное решение. После лабрадоров это самая спокойная считается собака. Она активная, она своенравная довольно-таки. Сядь спокойно. Так, шкодная, да, маленькие они шкодные, но потом перерастают, если она живет в любви, в заботе. Это порода из тех, которые воду пьют редко, у них мышцы должны быть сухие, ярко выраженные. Вот сейчас в 3 месяца, а лапа уже взрослой собаки, поэтому надо постоянно следить за уровнем кальция, витаминов. Очень приятно, когда приходишь домой, радуется собака. Даже если на 5 минут вышел за хлебом, она все равно встречает, как будто не было неделю. Меня зовут Виталик. Это стиг сибирской хаски. Очень подвижная, энергичная собака. Любит бегать, играться с другими собаками. У них очень тяжелый характер, и с детства приходилось его строить, показывать, что я главнее его. Но все получилось, сейчас я радуюсь, какая у меня прикольная собака. А почему ты решил именно такую собаку себе завести? Мне очень нравится их лицо, как они, харизма их. То, что они подвижны, с ними можно побегать там, по утрам, по вечерам. И с ними очень весело. Характер у этой собаки? Очень тяжелый характер. С детства с ними нужно постоянно заниматься, как можно раньше идти на дрессировки и показывать, что ты главней. А не боялся ты брать такую собаку? Да нет, я долго думал. Мы с папой разговаривали насчет этого. Он пытался меня уговорить, чтобы я другую собаку взял, но как-то мне хаски запало в душу с самого начала. Ей не жарко у нас в южных широтах? Ну, еще не знаю, лета еще не было. Я его брал в конце лета, он еще был маленький, был дома. Начали разводить их на севере, чтобы тягать сани. На севере они могут по 200 километров в день бегать. И если они не пробегут хотя бы 100, то они плохо чувствуют, пищат, просятся, чтобы бегать дальше. То есть тебе нужно в день пробежать 100 километров? Нет, ну я его приучил, что он 2 часа вечером всего гуляет и все. А так он дома во дворе с овчаркой, ну, гуляется все время, то есть как он хочет. Меня зовут Аня, моего питомца зовут Дар. Нам ровно год и 2 дня. Это порода чихуахуа, самая маленькая порода в мире. Это порода с Мексики. Есть 2 вида чихуахуа. Есть гладкошерстная, мы гладкошерстные, и есть длинношерстная. Как у вас появился этот юный друг? Я очень долго выбирала породу. И когда увидела в интернете чихуахуа, очень заинтересовалась и решила приобрести. Почему? Честно, они очень компактные, очень маленькие. Их можно везде с собой взять. Они характерные.
ну, дружелюбные. Я беру везде его с собой. На прогулки, если я куда-то еду, если в гости. Он очень преданный, как каждая собака. Поэтому, если я его не возьму с собой, я прихожу, он, ну, видно по собаке, что она переживала. Ой, мы очень характерные. Мы очень характерные, мы очень деловые. Тем более, когда маленькая порода, она вообще себя защищает. Это не отнять у этой породы. В первую очередь дает очень большую радость, спокойствие. Ну и когда твоя мечта сбывается, вот я очень мечтала о этой породе, наверное, это очень много сказывается именно внутри. Я его очень обожаю. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Это любимица нашей семьи Цара. Меня зовут Игорь. Это любимец нашей семьи Цербер. Эта порода выведена из двух пород. Относится к семейству молосов. Выведена из американского бульдога и бульбейсера. Порода бульбейсер уже вымерла. Отошла. Потом методом селекции с мастифами вывели породу боксер, адаптировали ее к сожительству с человеком, потому что раньше эти были бойцовские охотничьи собаки. Сейчас они очень хорошо ладят с людьми, с детьми, в семьях очень хорошо себя ведут. Они очень любвеобильные, то есть неконфликтные собаки, поэтому они могут работать вплоть до поводырей слепых. При этом и в обиду себя не дадут. А при этом, да, они в обиду себя не дадут, и у них какая-то врожденная ненависть к всякого рода агрессии. Тем учетом, что у меня дочка на год старше Цары, выбиралась собака, которая непосредственно станет другом или подругой для моего ребенка. Выбор был очень велик, но вот друзья посоветовали именно эту породу. Честно, ни капли не жалею, лучшие друзья. Для кожного господаря його пес найкращий і неповторний. Чеський письменник і журналіст Ірже Марик зазначав, якщо поруч з людиною йде пес, шлях вже не здається таким безнадійно самотнім. А Джон Гроган зауважив, собаці все одно, бідний ти чи багатий, освічений чи неписьменний, розумний чи тугодум. Віддай йому своє серце, і він відповість тобі тим же. Герої цієї програми в цьому переконались, знаходячи відраду у спілкуванні зі своїми улюбленцями.